Харьков. 6 июля. День поцелуев, как оказалось. То есть народу поцеловаться собралось больше, чем на большинство этих всех митингов. Вот оппозиции. Даже, скажем так, намного больше. Добрый день! Я журналист медиагруппы «Адвокат Консалтинг». Вот удостоверение, вы мне верите? Да, я вам верю, да. Вы на меня видели, может быть. Вы не скажете, а что здесь у нас происходит на Майдане Свободы? Да. Это на площади Свободы происходит, город Харьков целуется. Да. Это каждый год проходит флешмоб 6 числа. 6 числа, да. То есть это не первый флешмоб? Это 4-й год уже. А до этого проходят у нас парады невест. Да, и такое было, но это уже не к нам, это не мы организовываем. А может быть такое, что кто здесь целовался и кому это понравилось, потом на следующий год принимают участие в параде невест? Да, да, такое есть. У нас даже есть пару человек, которые приходили в том году с колясками, говорили мне спасибо за того, что у них уже свадьба была, у них уже дети, как бы это очень приятно. Я понял. А вы не скажете, а кто это все организовал? Я, вон молодой человек, вот он такой полосатеньком. Полосатеньком, ага. Да. Вот, в зелененьком девушка, где это моя девушка? Но она где-то потерялась в синем платье. И, все. А это не политическая акция? Нет. Это просто молодежь целуется. Это молодежная организация, Харьков целуется, думаю, некоторым это нравится, некоторые находят пары, вот. Я понял, спасибо. Некоторые учатся целоваться. А как вас зовут? Меня зовут Карина. Спасибо, Карина, меня Андрей. Очень приятно. И, в общем, народ для разврата собран. Я сама тут.
А что я сразу? Девушки, добрый день. Я журналист медиагруппы «Адвокат консалтинг». Ну, буду свои имена показать. А вот вы мне скажите, а что здесь вообще происходит? Поцелуем? Да. А вы стоите в очереди за поцелуем или вы просто зрители? Это игра. Это становится люди с закрытыми глазами крутят руки. Так. На кого попадаешь, тем и целуешься. Кто счастливчик, да? А как вы думаете, на всех попадет или нет? На всех попадет. Серьезно? То есть все будут стоять до последнего поцелуя? Да. До ночи. Понял. А это в Харькове первый раз такое проходит? Нет. Как я пропустил? Вначале парад невест, потом, нет, ну вот парад невест уже был. Потом поцелуи, и потом снова парад невест. Тем, кому понравились поцелуи, наверное, мы. А вы уже целовались лично? Да. Понравилось? У меня собака на вагре был. Дарина малая! Девушки, добрый день. Я журналист медиагруппы «Адвокат консалтинг». Могу показать удостоверение. А вот вы мне скажите, а что здесь вообще происходит? Мы не знаем, мы просто смотрим. Вы просто смотрите, да? Мы в этом не участвовали. А вы там это в чем? Не знаю. Ну, а что вы видели? Хорошо, вот вы смотрите, что вы видели? Да, поснимайте. Ну, стоят. А вы не знаете, зачем эта очередь? Да это прикольно. Это круто. Иди поприкалывайся. Тут, короче, люди показывают свой разврат. Разврат? Да. Нет, ладно. То есть народ для разврата собран, да? Нет. Мы так поняли. Я еще не понимаю. Здорово. Дико морд, дико приехал. Так, это, наверное, дубль номер два будет. Так это я. Ребята, вы 11 пост спросите. 11 пост спросите. Не пост, Ира, это 20. Еще не надо, достаньте нормально в кружочек, пожалуйста. Спасибо. Вот, открывайте дырку. Да. Мальчики, шаг назад! Так, и я не вижу, нету ни молодой батьковщины, ни молодых регионов, ни молодых фронтов перемен. Просто молодежь и просто целуются. Ордунг Музайн, то есть порядок должен быть. Не позорься, убегай!
Игорь, ну закрой ты дырку. Да какую не пачки Стоит, ну ты ж, наверное, власть. Так, ладно, пока стоп, до поцелуев.